Добро здоровиться, уважаемые посетители канала Шанель, Шанель канал. У меня, знаете, возникло желание рассказать о сознании, примерно как я мыслю, как я работаю. Это не означает, что это так и есть, но именно вот так я поступаю. При этом я опираюсь на Джудши, далее на Блаватскую, далее на некоторые научные исследования и на ясность и независимость ума. Итак, начнем. Вопрос непростой. Главное, знаете, пройтись по нему разок, а я уже прохожу где-то разок не первый. Потом что-то новое придет. Вернее, придете к такому пониманию на данной ступени своего развития, которое для вас покажется, так сказать, нормой. И с этим, главное, можно работать. Что говорит Гераклит? Всем людям свойственно познавать самих себя и мыслить. И мыслить. Теперь вернемся к Джудши, к средневековому трактату по медицине. В главе 2 зачатия говорится: нормальные сперма и кровь, яйцеклетка, родители, и виджняна, это дух от самого Творца. Под воздействие кармы, карма, закон причины следствия, что мы там натворили и куда там это самое, ну примерно так. И клеша, а вот клеша — это привязанность к жизни. Клеша — привязанность к жизни. Соединяет свои первые элементы и становится причиной появления в матке зародыша человека. Хорошо, теперь мы как раз поговорим с вами, вот сейчас я буду, так сказать, заниматься творчеством на ваших глазах. Творчество — это создание на основе того, что имеется, того, что еще не было. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. Это классическое определение творчества. Кедров, Бонифатий Михайлович, философ, химик, историк науки, академик. Основные труды по материалистической диалектике, философским вопросам естествознания, науковедения, классификации наук. Что говорит Кедров? Он говорит, что для совершения научного открытия нужны такие качества ученого, как решимость, чтобы не останавливаться на полпути, смелость мысли, чтобы видеть дальше и лучше своих предшественников, мужество, чтобы пойти против течения и сломать веру большинства. Запомнили? Вернадский, следующий авторитетный ученый. Вернадский Владимир Иванович, ученый, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель научной школы, академик, автор трудов по философии естествознания, науковедению. Итак, а что же сказал Вернадский? Указывает на условия, необходимые для продуктивного творчества. Проводить детальный анализ, видеть за частным общее, не ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его сущность и связь с другими явлениями, не избегать вопроса «почему?», прослеживать историю идей, собирать как можно больше сведений о предмете исследования из литературных источников, преимущественно научных, ну будем говорить, и околонаучных, обращаться к оригиналам, изучать общие закономерности научного познания, думать о том, как ты думаешь, связывать науку с другими областями знания, с общественной жизнью, не только ставить проблемы, но и находить новые, нерешенные. Если теперь обратиться к современным специалистам по проблемам творчества, то они высказывают следующее. Чем труднее творческая задача, тем больше вариантов приходится перерабатывать, чтобы найти правильное решение, которое бы работало. Вся сложность в том состоит, что для выбора наиболее сильного решения нужно иметь среди рассматриваемых идей как можно более смелых, оригинальных и неожиданных. Итак, вперед. Я сейчас вам буду рассказывать без всякой, так сказать, писанины. Вот сколько у меня тут шарикоподшипников имеется, я вам буду рассказывать о том, как я понимаю сознание, работа с сознанием. И так, чтобы это все работало так, чтобы я сам и вы сами себя понимали. Начнем с самого начала. Яйцеклетка зародилась.
так сказать, цикл. И пошла она, пошла. Вроде яйцеклетка, это живое образование, которое, оказывается, живет до определенного, как бы сказать, возраста, времени. То есть она пошла. Зачатие не произошло, то есть не произошло встречи со сперматозоидами. Все. Клетка отмирает, и, естественно, все это укладывается в менструальном цикле у женщины. Выходит. И совсем другое дело. То яйцеклетка пошла, то есть вот она, как бы сказать, живое образование, самостоятельно живое образование в виде одной такой большой клетки. Повстречался сперматозоид, произошло зачатие, плюс, что сказали у нас в джучи, виджняна, дух. И соединение с духом. И вот эта вот клеточка, начинает принимать определенную форму. То есть она делится. И вроде бы одна и та же клеточка была, она разделилась там на две. Две разделились на 4, там, на 8 и так далее. И в результате вот этого всего деления, то есть внутриутробной жизни, под воздействием неких формирующих сил, виджняны, духовных сил, то есть Творца, формируется человеческое тело, совершенно отличное. То есть внутриутробную жизнь, мы так слегка с вами коснулись, 9 месяцев, и родится ребеночек. Что нам надо запомнить, или как бы сказать, понимать? Есть тело, есть вот это вот дух, который придает форму тому, где он будет существовать. Вот это, как бы сказать, дух разворачивает вот эти все, вот эту вот энергетику, разворачивает форму. Вот это и есть полевая форма жизни. Далее. Вот он ребеночек, он родился. Откуда у него появляется сознание? То, что есть духовное сознание, как бы сказать, оно есть, но мы его особо не чувствуем. Тем не менее, дух сотворил это тело под себя. Далее. Как появляется сознание? Надо же ориентироваться в окружающей среде, что-то, так сказать, дальше жить. В противном случае ничего не получится. Так вот, у ребеночка имеются органы чувств. Сколько там? 5 органов чувств. И вот он нюхает, там, лижет, лапками там берет, смотрит и так далее. На основании органов чувств у нас появляются банки информации. Банк информации, допустим, тактильных, банк информации обонятельный, банк информации зрительный, банк информации вкусовой, банк информации там слуховой. Появились вот эти вот, так сказать, банки, но как-то с ними надо работать. И вот, по-моему, что такое ум? Ум — это просто-напросто инструмент, который начинает сличать. Он начинает сличать, ага, вкус вот этого, допустим, сахара, сладенький, вкус соли, соленый, и как бы откладывает это вот это. Ум начинает сличать то, что мы с вами видим, то приносят нам наши 5 анализаторов, с тем, что имеется в банках информации. И на основании этого сличения мы начинаем уже понимать и эффективно действовать. Ага, соль мы убираем, сахар мы берем. Дальше у нас начинает появляться, опять-таки с помощью ума, мы начинаем отбирать эффективные действия. А именно, допустим, мы встали, ребеночек встает, потом он упал, шишку набил. Ага, сначала он там бегал смело, набил себе шишку, уже как-то стал более-менее осмотрительно. Начинает ум а появляться банк эффективности действий. Насколько вы можете эффективно действовать в той или иной, допустим, обстановке для того, чтобы, ну, с целью выживания, так уж мы скажем, с целью выживания, эффективного, так сказать, жизни, как бы более комфортной, более лучшей и так далее. И вот это все, это потихонечку, так сказать, быстренько проходит, значит, эволюция. Далее, значит, у нас тут и появляется банк, значит, речи, банк слов, банк эффективности, в конце концов, действия с окружающим. И мы уже начинаем понимать, ага, вот так действует, та-та-та-та-та-та-та. То есть появилось сознание как продукт, необходимый для того, чтобы эффективно действовать в окружающей обстановке, чтобы наше хотя бы тело не съели, а мы могли, так сказать, его прокормить. Это, так сказать, одно. Подытожим. У нас не было сознания. Человек родился, не было сознания. На основании органов чувств, банков, далее, которые накапливают банки памяти, далее накапливается на основе вот этих банков
памяти эффективность действия, и в конце концов происходит самоосознание, что ты вот человек, и там ребенок, или там мальчик, девочка, что ты там человек, вот отдельная частица, о которой, как бы сказать, предстоит жить. То есть появляется нечто, появляется сознание, как орган, который необходим для того, чтобы эффективно прожить эту жизнь, так или иначе. Разобрались. Сознание, откуда появилось сознание. Далее очень интересная вещь – это инстинкты, которые в переводе означают побуждение. Оказывается, что для того, чтобы любое живое существо, начиная от вируса и кончая, допустим, человеком, жило и действовало, в него еще надо заложить программу, которая бы его побуждала к жизни. Первое побуждение – это побуждение банальное, к выживанию. Забота о своей собственной жизни. Второе побуждение – это побуждение к продолжению рода, забота о себе подобных, детях, родителях. Это дружба. Дружба. Далее, каждое живое существо хочет быть лидером. Посмотрите на ребенка. Он начинает чуть там подрос, годик-два, он начинает уже командовать. Я хочу вот это, я хочу не вот то, вот это. Он хочет вот так, чтобы было. И все мы хотим вот так, чтобы было. На основании вот этого побуждение к лидерству, побуждение к справедливости, чтобы каждое живое там существо знало, так сказать, каждый сверчок знает свой шесток, вот тут ты там хозяин, вот тут ты действуешь. Вот тут ты, так сказать, руководишь, живешь, как ты хочешь, поступаешь, как ты хочешь. Но вот в этих пределах. А в других соблюдайте какие-то совсем другие нормы. Побуждение к справедливости. И, наконец-таки, можно так сказать, последнее побуждение – это побуждение к творчеству, самовыражению. Оно в основном свойственно только человеку. То есть вот эти вот 5 побуждений инстинктов, они заставляют новорожденное существо, даже от вот это, когда яйцеклетка спускается, значит, из яичников, а грубо говоря, сперматозоиды мчатся ему навстречу, вот, это уже побуждение. Потому что если не будет вот этих вот побуждений, то живое существо не поймет, а для чего ему жить, куда ему двигаться и так далее. То есть вот именно побуждение является теми факторами, которые заставляют их жить и как-то поступать. Клеша, говорилось, клеша привязанность к жизни. То есть у нас, когда мы родились, у нас потихонечку, значит, вот, чтобы была какая-то привязанность к жизни. Насколько это будет выражена привязанность. Так вот эта вот клеша как раз, она распадается на вот эти вот побуждения, чтобы было ясно и понятно. То есть привязанность к жизни выражается через то, что человек комфортно живет, вкусно ест, там, допустим, деньги имеет, там, зарабатывает, и он может разные вот эти вот штуки-хрюки различные покупать, как бы сказать, удовлетворяя себя. Это как раз вот есть первое побуждение. Второе побуждение, это значит побуждение к продолжению рода, дружбе. Далее, забота о семье. Ну, этот круг, я так сказать, еще повторяю лишний раз. Далее, третье. Люди и звери там смотрят. Ну, звери не хотелось бы брать, но тем не менее, знаете, есть доминирующие там самцы и самки. Там вот они, остальные вся там прислуга. Точно так же, значит, и в окружающем обществе людском на разного рода уровнях, вот каждый человек, ну, в детстве это явно видно, вот он хочет там, хочет, чтобы вы тут все ему подчинялись, но хотение это одно, как бы сказать, а возможности это другое. Так точно и дальше. Человек, значит, взрослеет, и вот вроде и он хочет доминировать там, ребенком, там, уже подростком, там, взрослым человеком и так далее. Но для этого нужны кое-какие качества. Если он обладает, то где-то какая-то начинается вот это вот лидерство. То есть человека начинают признавать, что это действительно лидер, или это какой-то дутый лидер, и не берут во внимание. И естественно, что вот таких вот лидеров тут, как-то, знаете, каждый тут будет ходить, что-то тут нам навяливать. Это побуждение к справедливости. Должно быть примерно вот так вот. Это все уже
как бы выражено там и в библейских законах, и в нравственных там нормах, и прочее, 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 прочее. Чтоб жизнь как-то была уравновешена, чтобы каждый человек понимал, насколько он тут может проявляться и доминировать над другими людьми. Ну и, наконец-таки, еще раз повторяю, это побуждение к творчеству. Человек хочет сам себя как-то выражать. Если раньше было не особо не до самовыражения, просто банально надо было себя там кормить там свою семью и так далее, там подобное. Больше работало там руки, ноги, то есть преобладал физический труд. Сейчас же, когда начинают компьютеры и прочее, там один человек, раньше вся деревня работала для того, чтобы вырастить там хлеб для помещика, то теперь достаточно одного фермера, который засеет поле, уберет там и так далее сделать. То есть люди оказались, как бы сказать, не нужны. Физический труд оказался не такой там затребованный, как там раньше. То есть на пропитание не надо тратить практически все свое время, там что-то там выслеживать, за кем-то гнаться, там добывать, сохранять и так далее и тому подобное. То есть все это можно получить. Настало время самовыражения. Самовыражение вот через то или иное творчество. То есть через музыку, через картины, через, допустим, там написание каких-то там книг, написание для фильмов сценариев, проявление себя там в спорте, там, ну и так далее. А артисты, и все это вот такое выражение, чтобы, как бы сказать, через это уже можно было зарабатывать. То есть все ясно, как бы сказать, и понятно. Немножечко, как сказать, отмотаемся, чтобы уяснить. Итак, мы имеем оплодотворенную яйцеклетку, над которой дух Виджняна поработал с целью того, чтобы получить продукт, через который он будет получать определенный опыт. Дух через тело и сознание, которое образовалось после рождения, то есть до 3 примерно лет все у нас образуется такое сознание, он должен получать какую-то информацию, которая бы ему нужна была с целью дальнейшей трансформации вот этой духовной части. Первый, так сказать, мы маленький такой выводик сделали. Ну, пойдем несколько дальше. По сознанию. Сознание, да, есть сознание как орган, с помощью которого, как бы сказать, вот, компьютер мы берем как программа macOS, то есть программа, которая руководит компьютером, чтобы он работал. Сознание как программа, которая помогает нам ориентироваться в окружающей жизни и проявляется через вот эти 5 побуждений. Теперь мы знаем, что есть характер. Откуда берется характер? Так вот, характер возникает на основании побуждений. А именно, если у меня выражено сильно побуждение, оно для меня вот основное, вот это вот, как бы сказать, клеша, привязанность к жизни, это накапливание каких-то материальных благ, ради которых я пренебрегаю всем остальным. Появляется такая черта характера, как, допустим, скупердяйство, жадности, да, черта характера появилась. На основании второго, допустим, вот человек, он желает продлить род, но он желает продлить род не так, чтобы у него семья была, а вот он становится, грубо говоря, там бабником, и уже черта характера бабник. Он на это дело рассматривает не как вот такое вот семейное, а как просто-напросто удовлетворение своих интимных потребностей. Черта характера. Либо же говорят: о, а вот этот человек, вы знаете, такой семьянин, он для семьи, отпуск для семьи, он построил дом, он заботится о детях, он их выучил, он тут та-та-та-та-та-та-та. Черта характера, то есть там семьянин, будем говорить. И так далее, и так далее. Далее, третье, побуждение к лидерству. У одного оно выражено так слабенько, а у другого чрезмерно. О нем говорят: да вы знаете, он тут
лезет в начальники, по головам прет и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы, вот как бы сказать, выслужиться, сделать карьеру, еще что-то, человек готов на разного рода действия, которые людьми могут осуждаться. Одно дело, вот сказать, вот этот человек действительно там, знаете, провел там характер, провел то-то-то-то-то, заслуживает своего места. Он на своем там месте. Ну, почет, уважение. И совсем другое дело, когда человек за счет каких-то интриг, за счет того, что у него там кумовство и так далее, пролезет, давит, тараяна, то-то-то-то-то-то. Совсем другое. Черта характера. Черта характера. Может быть, как положительная, может быть, как отрицательная. Далее, справедливость. Что-то там... Человек услышал, ну буквально таки он там проходил мимо, что кого-то там оскорбили. А это сразу же взыграло, он там в пятак врезал. Ну, на основании вот этого, допустим, ага, получил там какие-то там предупреждения или еще что-то, или еще что-то. А другой, его там гнобят и так далее, а он там прижух и существует в таком виде, там его гнобят, да ну и хрен с ним это. То есть для него вот это вот понятие справедливости нету, не выражено. Это тоже формирует свою черту характера. И, наконец-таки, последнее, это у нас пятое, выражение к творчеству. Я слышал такие, знаете, выражение у актеров, что говорят, вот, а ты стал бы говно есть перед камерой? Говорю, да ты что, нет. А я бы вот для того, чтобы вот найти, вот проявить вот эти, я бы стал бы это делать. То есть, и сейчас что нас показывает вот этот блогинг, вот этот вот интернет, YouTube и так далее? Люди в погоне за вот этим самовыражением каким-то дичайшим. Они готовы на все. Черта характера. Есть такое. И вот теперь, если взять вот эти все пять наших побуждений, насколько они выражены, вот вам уже человек с определенными чертами характера, о которых мы говорим. Что это, да, там, допустим, заботится о себе, ведет там здоровый образ жизни, он там семьянин, он там, будем говорить, как-то сам разумен своей деятельности, проявляет себя. И другой, о другом говорят, да, это пьянчушка, ну, никакой человек, никак он себя не проявляет, ничего, опустился ему все там до фини и так далее, и тому подобное. И, наконец-таки, третий, да он там шагает по этой карьерной лестнице, ох, ему тут на пути лучше не попадаться, сомнет там в порошок и так далее, разного рода рычаги там имеют и прочее, которые, значит, вот, которыми активно воспользуются. Особенно законами. Законы были придуманы не зря, а именно вот на этих вот побуждениях, для того, чтобы одни могли проявляться и доминировать над другими. То есть, и вот мы теперь, смотрите, имеем с вами, мы имеем тело, которое построено виджняной, то есть духом, творческим образованием, которое аналогично Творцу, который создал Вселенную. Духом. Этот дух для себя, еще разок я уже как бы сказать, повторюсь, создал тело и создал сознание. Сознание образовалось для того, чтобы руководить вот этим. Но сознание, вот это вот, с этим вот характером и так далее, вот что сейчас мы имеем, оно, как бы сказать, не понимает, что не оно создало тело, не оно создало, будем говорить, даже вот этот, само себя, а это все создано духом. И сознание, естественно, человека, оно хочет, вот и это большинство теперь в нашем мировоззрении, оно хочет существовать, как бы сказать, вечно, оно хочет, будем говорить, там, наслаждаться жизнью, оно хочет, вот как бы сказать, проявлять себя вот так и вот так, как бы сказать, вот это все это вольно. То есть оно хочет само по себе, как бы сказать, жить, иметь вот это тело как источник для того, чтобы, ну, будем говорить, наслаждаться там жизнью и получать положительное впечатление от жизни. Но над ним-то стоит дух, который через все вот эти вот вытрибульки телесно, сознательное, то есть через тело и сознание, он нарабатывает опыт. Нарабатывает опыт, который ему нужен для того, для своих собственных целей. И грубо говоря, чтобы его получить, ему как-то даже в некоторых случаях, знаете, все равно разрушится тело или не разрушится, сознание там будет или там не будет, потому что если мы
возьмем опять-таки джучжи, то из одной жизни в другую именно виджняна, то есть дух, для себя, для получения того или иного опыта в жизни, он создает тело и создает сознание. Некоторые говорят, сознание это там душа. На самом деле это вот вроде такое понятие есть, как душа. Но смотрите, что происходит, когда дух накопил достаточно опыта в этой жизни? Происходит его отделение.